Здравствуйте. Значит, хочу рассказать, как проверить правильность показаний вертикальных колб уровня пузырькового по отвесу. Закрепили отвес. Вот он у нас висит. Нитка закреплена на полку сверху при помощи скотча. Уровень сам закрепил я, чтобы проверить без помощника при помощи струбцин. Вот так, две струбцины. Одной прижал деревяшку. Вот этой струбциной деревяшку сверху прижал, а потом к деревяшке вот этой струбциной уже прижал сам уровень, ну слегка, конечно. Вот. Выставил показания на уровне, по уровню. Ну и затем снизу проверяем. Одинаковое расстояние должно быть до отвеса от уровня. И сверху такое же показание. Это, считай, самый точный вариант. Вот вам ничего не мешает. Спокойно берете и замеряете сверху и снизу. Там потом переворачиваете и также вот эту колбу проверяете. Но у этого уровня она и в нижнем положении хорошо показывает колба. Со всех сторон здесь рабочие стороны. Даже нужно проверить рабочие стороны. Здесь обе фрезерованные. И эта сторона фрезерованная. И это. Я его проверял, он с обоих сторон в нижнем положении показывает четко. Поэтому пользуйтесь таким способом, другим проверять, считаю, смысла нету. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, счастливо.